крымские подростки стали более законопослушными. Об этом сообщила республиканская прокуратура. По информации Управления правовой статистики надзорного ведомства, с начала года дети совершили на 30% меньше преступлений, чем за аналогичный период 2018-го. Наиболее значительное снижение произошло по статье «Грабеж». Подобных нарушений закона стало меньше на 12%. Также на 7% реже подростки стали промышлять мошенничеством. Хуже всего дело обстоит с тяжкими преступлениями. Прокуратура зафиксировала их снижение лишь на 2,5%. Кроме того, надзорное ведомство проверяло и нарушения в сфере уголовно-правовой статистики. По результатам 145 проверок, почти 200 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за искажение данных, влияющих на показатели преступности в регионе.